Мы вернулись с очередной порцией новостей и перейдем к очередным советам. Температура воздуха с каждым днем все выше и выше. А это значит, что мы начинаем активно пользоваться кондиционерами. Однако не стоит забывать, что есть правила, которых необходимо придерживаться. Иначе вы рискуете простудиться. Наш следующий сюжет как раз о том, как создать в своем доме или офисе приятную прохладу без риска заболеть. В последние годы новой проблемой медиков стало большое количество пациентов, которые поступают в больницы с простудами. Виной тому кондиционеры, которые работают практически в каждом доме, офисе или машине. Понять, что кондиционер не только охлаждает воздух, но и может стать причиной проблем, просто. Головная боль – первый признак слишком низкой температуры, неправильно выбранного воздушного режима или того, что устройство работает уже дольше, чем положено. В первую очередь нужно позаботиться о том, чтобы воздушный поток был направлен не на людей, которые находятся в помещении, а на потолок. Кондиционер следует устанавливать в месте, максимально удаленном от солнца, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Кондиционер должен работать с интервалом в 15 минут каждые 2 часа, иначе вы подвергаете свой организм постоянному адаптационному стрессу. Воздух от кондиционеров также сушит слизистые оболочки и глаза. Медик рекомендует контролировать температуру воздуха в помещении в зависимости от влажности. Например, 21-24 градуса тепла при влажности 60-70%. Ни в коем случае нельзя оставлять кондиционер работать на всю ночь, потому что проснуться вы можете с воспалением легких. Выбирайте средние значения температур и расхода воздуха и никогда не используйте кондиционер на полную мощность. Фильтры кондиционеров нужно чистить ежемесячно. Грязь и пыль, которые там оседают, создают очень благоприятную среду для роста бактерий, грибков и плесени, которые со временем попадают в воздух и становятся серьезной угрозой здоровью окружающих. Однако, если кондиционер находится в доме, где воздух не влажный, очистку можно проводить каждые 2 года. Периодически нужно отключать кондиционер из розетки и проветривать помещение, чтобы избежать перевысыхания воздуха. Ой, дорогие друзья, лучше не болеть. Вот представьте, вот мы тоже вот сидим и думаем, не дай бог ты заболеешь вдруг от этого, от кондиционера, а тут все подумают, ой, не дай бог ты коронавирусом заболел. Поэтому все правила на заметочку, пьем витамины, вернее, лучше едим их, да, ну, видя овощей и фруктов. Ну и следить за температурой кондиционеров тоже, если они да, у вас дома есть. Да, это часто бывает, поэтому здоровье вам. Ну а сейчас следующая тема, тоже очень важная и тоже связана с здоровьем. Люди, контролирующие свой вес, знают, что сбросить несколько килограммов можно, установив дефицит калорий. То есть сжигать за день больше, чем вы употребили. Это не совсем не значит, что нужно голодать или в чем-то себя ограничивать. Также, чтобы похудеть, не обязательно идти в спортзал. Помочь вам добиться идеальной фигуры могут самые обычные, приятные ежедневные дела. На первом месте – уборка. Даже если она не приносит вам большого удовольствия, думайте о том, что после протирания пыли вы можете стать чуть красивее. Полчаса помыли окна – минус 132 калории. Почистили ванную – еще минус 135. Затем соберите высохнувшее после стирки белье и потеряете за час еще 136 калорий. Любите делать массаж? Знаете, что вы не только доставляете удовольствие своему партнеру, но и худеете. 40 минут массажа – минус 200 калорий. Поход за продуктами – тоже хороший спорт. Особенно если вы любите подольше походить и повыбирать. За один раз можно сжечь 144 калории. Решили обновить гардероб? Тоже подходит. Каждая примерка – минус 11 калорий. Активно ведете социальные сети или постоянно работаете за компьютером, сжигайте калории даже сидя. Час набора текста на клавиатуре сжигает 132 калории. Смех не только лучшее лекарство и способ продлить жизнь, но и возможность сбросить вес. 10-15 минут смеха оставит вас без 40 калорий. Таким образом, за год вы можете потерять почти 2 килограмма. Пойте. В машине, дома, в душе. Это занятие сжигает около 136 калорий в час, а еще улучшает дыхание, память и настроение. Принимайте холодный душ. Ваш организм начнет работать усерднее, чтобы поддерживать нормальную температуру, и таким образом сожжет около 100 калорий. И напоследок самый приятный совет. Занимайтесь любовью. Исследования показывают, что 25 минут секса сжигают 100 калорий у мужчин и 69 у женщин.
Комфортный сон – одна из основ здоровья, хорошего настроения и долголетия. Неправильно подобранная подушка может стать причиной болей в спине и шее, головных болей и развития остеохондроза. Выбор постельных принадлежностей – это задача нелегкая, и часто это занимает не один день. Не тратьте свое время и нервы. Мы уже нашли для вас идеальное решение, чтобы сделать ваш сон здоровым. Вам помогут в этом подушки Adeala Silver Plus от Dermeo. Подушки Silver Plus подходят для сна в любом положении. Наполнитель из микроволокон дарит ощущение мягкости, а защитное покрытие обеспечивает эффективную защиту от бактерий. Также вы можете регулировать высоту подушки. А почти невесомое, но очень теплое одеяло Dermeo Silver сделает ваш сон еще приятнее. Звоните по номеру телефона, который вы видите на экране, и приобретайте этот сет для односпальной или двуспальной кровати по цене от 699 леев. Не упустите свой шанс, действие акции ограничено. Абсолютно верно. Действие и, конечно же, самая акция, она, как всегда, у нас в кратчайшие сроки действует. Почему? Почему? Потому что эти товары довольно быстро разлетаются, раскупаются. Все благодаря, почему? Конечно, потому что качество говорит само за себя. Качество компании Dermeo. У нас представлен двухспальный комплект. Это две подушки и большое вот такое одеяло размером 2 метра на 220 на 200 сантиметров. Получается. Я тебе могу сказать, что каждый раз, когда мы говорим о продуктах компании Dermeo, я ощущаю, ну, о одеялах и подушках, я ощущаю себя на облаках. Почему? Потому что необычайно, ну, все современные технологии здесь продуманы до мелочей. Действительно, мягкость, но в то же самое время ты ощущаешь, что ты спишь на подушке. Скажем так, легкость, но в то же самое время ты никогда не замерзнешь. Так как лето в этом году... Переменчиво, я бы так сказала. Я бы сказала, больше похоже на осень или там раннюю весну. И никто не знает, что будет завтра, да? То, мне кажется, вот этот вот набор, это то, что нужно заказать летом для того, чтобы потом круглый год пользоваться. Ну что, давай расскажем, покажем нашим телезрителям более подробно этот чего набор. Начнем, с подушек или с одеяла? Да, с одеяла начнем. Ну, одеяло у нас вот такое вот красивое. Кстати, оно очень легкое, несмотря на то, что оно довольно объемное. Но, как производитель утверждает, оно достаточно теплое. Так. Потом наполнитель Silpor от Dermeo, да, производитель утверждает, что он такой же нежный и такой же теплый, приблизительно как гусиный пух. Только гусиный пух используется, это натуральный продукт, а это специально разработанные технологии. Вот почему это одеяло вы практически не будете чувствовать, но никогда, укрывшись в это одеяло, вы не замерзнете. Да, технологии Well Sleep и Silpure – это те технологии, которые Dermeo часто использует в своих товарах и в своих различных вот таких вот аксессуарах, и подушечках, и одеялах. Не знаю, мне, допустим, нравится в первую очередь то, что это одеяло обладает терморегулировкой, или не знаю, терморегуляцией. Да? Благодаря этой регуляции вы и летом не будете потеть, и зимой не будете мерзнуть. Это очень важный момент, потому что очень часто, ну, приходится иметь в комплект летнего постельного белья, потому что летом, как всегда, как правило, жарко. Просто неразлично, которым мы укрываемся, да. Пледы. Ну, а зимой, наоборот, мы начинаем утяжелять все наши вот такие вот постельные аксессуары. И довольно уже некомфортно спать, потому что теплое, даже теплое, но тяжелое одеяло, ну, не знаю, кому оно доставляет комфорт. Мне. Я, честно скажу, ты любишь тяжелые, да? Я вообще, да, мне нравится, чтобы я чувствовала, что меня что-то укрывает. И так больше, как... Пускай это будет лучше мужская рука. Я абсолютно согласна с тобой. А не тяжелое одеяло. Не без этого, однозначно. Но я не могу спать, когда слишком что-то легкое или невесомое, в том случае зимой. Что касается лета, я обязательно сплю. Ты знаешь, вот я раскрою секрет. Летом я не могу спать, даже когда очень жарко, только под простынью. Мне нужно, чтобы вот хотя бы какое-то одеяло со мной было. Поэтому я не расстаюсь с нормальными одеялами круглогодично. Единственное, что летом ты уже не сможешь такое вот тяжелое, прямо слишком жаркое одеялом укрываться. Поэтому вот Silpor Dermeo, да, это то, что действительно нужно. Для таких людей, как я. Я знаю еще нескольких людей, которые... точно так любят спать и укрываться, как я, и поэтому просто одной простыни даже жарким летом этого недостаточно. Честно, мне бы не хотелось использовать в данном одеяле пододеяльник. Почему? Потому что сама, вот если вы посмотрите сверху, одеяло такие вот прочные, есть нитями сделаны ромбовидные узоры,
вышитые. Очень красиво смотрятся, кстати. И все довольно так равномерно, естественно и без различных переборов. Потому что иногда различные такие узоры, они даже раздражают. Здесь все естественно, непринужденно и спокойно в таких узорах выполнено. То же самое можно отметить и на подушках. Посмотрите, наволочки для подушек, они тоже повторяют, не особо нужны. Да, они повторяют, так как это набор, то это здорово иметь в своем арсенале и сразу набором покупать. Потому что одеяло одного цвета, а подушки другого. Когда у тебя есть набор, ты чувствуешь себя совершенно по-другому. Это первое. Второе, действительно, ни наволочки, ни пододеяльник не нужен в том случае, как бы, если вы любите белый цвет, и оно будет сочетаться с любым интерьером. Ну и кантик по бокам вот такой вот серебряного цвета напоминает нам о том, что линейка от Дорме — это сильпур, и качество говорит само за себя. Да, вы можете, кстати, и подушку, и одеяло стирать при 40 градусах. Это разрешает производитель делать, поэтому да, вы можете вот с легкостью отправить подушку в стиральную машину. Причем, несмотря на то, что она такая вроде бы объемная, она, мне кажется, с легкостью залезет в стиральную машинку среднего размера объема. А помимо этого, вы можете, ты хотела, наверное, рассказать, да, про наполнитель, рассказать, да? Я хотела рассказать, да, о том, что так как мы можем регулировать эти подушки, и вот посмотрите, какого качества наполнитель, то если вам слишком жестко на такой подушке спать, вы просто выбрасываете кусочек облака, и подушка становится, ну, такой, скажем, менее наполненной. Меняется высота, в первую очередь. Меняется высота, меняются твои ощущения, когда ты спишь на этой подушки. Ну и, соответственно, наоборот. Если вам хочется назад, то есть как бы более наполненную, то точно так же вы можете этот наполнитель назад аккуратненько вложить в эту подушку и, собственно... Да, он довольно... Ну, это все, это процесс довольно легкий, поэтому, я думаю, вы справитесь. Подберете ту жесткость подушки, которая вам будет необходима. Приобрести две подушки и двуспальное одеяло Silver от Дормео зрители магазина могут уже со скидкой 64%. Уникальное покрытие с мелкими кристаллами серебра обеспечивает защиту от микробов даже после многих стирок. Одеяло Дормео Silver обладает отличными терморегулирующими свойствами и очень приятно на ощупь. Подушки станут отличной поддержкой для проблемных зон. Модель Silver подходит для всех положений во время сна. На боку, на спине, либо на животе. Обработка подушек ионами серебра создает гигиенически свежую среду для сна, а уникальная структура микроволокон придает подушкам дополнительный объем. Приобрести сет для сна Silver от Дормео вы можете всего за 999 леев, позвонив по номеру телефона на ваших экранах. А комплект из одной подушки и одеяла за 699 леев. Он идеально подойдет для односпальной кровати. В общем, выбирайте. 699 леев вы получаете односпальный комплект. Это одна подушка и небольшое одеяло размером 140 на 205 сантиметров. Либо за 999 леев вы получаете уже полноценный целый двухспальный набор, который прослужит вам очень долгие-долгие годы. Мне кажется, за хороший набор хороших средств для глубокого, качественного, хорошего сна 999 леев это вообще недорого, потому что во сне мы проводим... Для чего? Для кого вообще созданы наборы компании Дормео Силпур? Во-первых, для каждого члена семьи. Во-вторых, эти наборы созданы для тех, кто хочет треть своей жизни проводить хорошо, комфортно, легко и замечательно засыпать, также просыпаться и получать от этого всего процесса удовольствие. Ну и как бы для тех, кто хочет сделать подарок кому-то из своих близких людей, это замечательный подарок, который долгие-долгие годы прослужит тому человеку, которому вы это дарите. Ну и подарок для себя любимых, либо для своих родителей, почему бы и нет. Почему бы не побаловать себя тем, что действительно принесет пользу твоему здоровью прежде всего. Еще раз напоминаю, что в данном постельном белье используются технологии Well Sleep Advanced. Это микроволокна, которые практически повторяют, наверное, по мягкости, как сказала, гусиное перо, да, да, гусиный перо. Пух. Технология Silpur, она помогает, конечно же, избавиться от лишней влаги. На одеяле, допустим, если вы укрываетесь, то таким образом терморегулирующие свойства этого одеяла не позволят вам потеть. Плюс, конечно же, там не будут скапливаться внутри одеяла полевые клещи. Ну, ой, полевые клещи. Я только слышу полевые клещи. Постельное белье отлично должно подойти аллергикам. Насколько я понимаю, то, что эти все технологии как раз созданы для того, чтобы оградить людей, которые страдают аллергией, от излишне каких-то неприятных последствий.
Ну что, не могу с тобой не согласиться. Мне он нравится, когда мы рассказываем об этих таких вот волшебных вещах. Мне не хочется стоять, мне хочется сразу засыпать. Потому что, ну а как же, вот так комфортненько, так хорошо. И, кстати, вот, ты знаешь, вот не зря придумали сиесту люди в Испании. Ну это же хорошо. Я думаю, многие мужчины по ту сторону экрана сейчас просят Анну Данищек. Так. Ты бы выбрала двухспальный комплект, либо односпальный? А зачем мне односпальный? Ну мне как бы понятно, односпальный только для детей я бы выбрала. Ты только что перечеркнула мечты многих мужчин. Ну, слушай, выбираем односпальные для детей. И, кстати, у моих детей вот похожее одеяло, и действительно это хорошая вещь, да, то есть как бы... Поэтому односпальные я бы выбрала для детской, но двуспальные, понятное дело, для... Для всех остальных. Для больших детей. Для ну, а мы напоминаем, что подушка от компании Dormeo, у нее размер 50 на 70 сантиметров. Она, мы уже, кстати, ее тестировали в одной из наших программ, она средней жесткости, она не очень жесткая, поэтому если вы не любите жесткие подушки, то как раз эта подушка вам должна подойти. Но если даже ее жесткость вам покажется по какой-то причине слишком излишне, то вы можете, как уже Аня показывала, просто расстегнуть молнию скрытую, которая здесь присутствует. Так, скрытая эти молния? Волокна Well Sleep Advanced просто сложить куда-нибудь в сторону, вытащить их, и таким образом вы сможете и уменьшить высоту самой подушки, тем самым подстроите под то положение, которое вы будете спать. Все, правильно. Ну, хорошо. Сделайте мягче. Ты только сказал про скрытую молнию. Здесь только скрытая молния. Mm-hmm. Никакого грома не будет. Почему? Потому что настолько легкое и воздушное это одеяло, что вы будете себя чувствовать только на облаках. Никакой плохой погоды в доме с таким одеялом не будет. Посмотрите, какое оно огромное. Так, давай. Вот 200 на 220, смотри. Вот ну, я красота. Не люблю застеливать кровать, хотя постоянно заставляю знаешь, себя это делать. Это просто дело привычки. Я когда стала приучать своих детей к этому, мне тяжелое одеяло. Приучаю вот мне сложно постоянно лишний раз вот напрягаться. А, тяжелое, ты все равно любишь быть тяжелым, зимой время, спать, правильно? В утреннее время очень хочется напрягаться. Так вот, делать это с одеялами от компании Dormeo легко. Правда? Да, еще раз вспоминаем, что размер этого одеяла 200 на 220 сантиметров. Это двухспальный комплект, и вы можете его купить за 999 леев, либо... Сущие пустяки для хорошего комплекта. Да, либо, если вы пока еще не нашли свою вторую половину, можете выбрать комплект поменьше. Нет. Выбирайте комплект побольше. Я вам все расскажу. Если у вас нет второй половинки... Нужно ее к себе притянуть. Каким образом? Всевозможные там, я не знаю, приходи нумерологи, ко мне в гости. Астрологи. У меня такое замечательное постельное белье. Так, хочу тебе показать, как оно замечательно лежит. Все равно нужно выбирать, я считаю, что нужно выбирать двойное для взрослых людей. Ну, а одинарное я бы выбрала для детей по-любому. Даже если вы еще не нашли свою вторую половинку, она обязательно у вас появится. Главное, купите двухспальный комплект, и все будет хорошо. Ну, это практичные люди, наверное, сейчас задумались, слушайте, но оно такое белое, через полгода будет уже серым. Нет, специальный эффект. Не переживайте. Да, благодаря сельпюр, покрытию сельпюр, кстати, грязь не так прилипает и различная как пыль. Обычно, но и помимо этого мы можем отправить все это в стиральную машинку. При 40 градусах все это отлично должно отстираться. А это еще одна большая экономия. Согласись, отдавать одеяло и подушки в химчистку каждый раз, то есть как бы раз там в 3 месяца или раз в полгода, это достаточно, ну, как бы... Ну, бюджет семейный страдает, со мной согласен, знаешь, правильно? У меня среднего размера стиральная машинка, но я думаю, даже вот это надо 2 метра одеяло, оно легко туда поместится. Что мне еще нравится, то что, знаешь, вот оно идет в специальных чехлах. Мы об этом мы показываем, рассказываем, да? Взял вот этот вот чехольчик, на дачу уехал, расстелил свое любимое одеяло, расстелил свою любимую подушку и чувствуешь себя как дома даже на даче. Ну, почему бы и нет? Итак, для кого подходят эти замечательные наборы? Для всех членов семьи, от детей до взрослых. Абсолютно для тех людей, которые любят друг друга и любят комфорт, и любят получать удовольствие от жизни. И треть своей жизни хотят провести комфортно, потому что треть своей жизни мы проводим во сне. Ну, естественно, для тех, кто не знает, что подарить молодоженам тем же самым, потому что все равно люди расписываются, все равно люди как бы любят друг друга и хотят узаконить свои отношения. Либо родителям. То есть выбирайте вам.
Да, подушки и одеяло Silver от Dormeo обеспечат уютный и здоровый сон для всей вашей семьи. Гипоаллергенное покрытие, защита от бактерий, терморегулирующие свойства, небольшой вес, приятное на ощупь покрытие, защита от нежелательных запахов. И это далеко не все положительные стороны одеял и подушек Silver, приобрести которые вы можете, позвонив по номеру телефона на ваших экранах. Приобретайте постельные принадлежности от Dormeo для себя, детей и в подарок своим близким. Стоимость комплекта начинается от 699 леев, ну а до информацию и условия доставки вам сообщат при оформлении заказа. Ну а дополнительную информацию вам расскажет наш следующий сюжет. Невероятно тонкое, но в то же время теплое одеяло Dormeo Silver станет подлинным сокровищем в вашей спальне. Оно разработано специально для того, чтобы повысить качество вашего сна. Наполнитель из микроволокон Well Sleep Advanced обеспечивает хорошую воздухопроницаемость, дополнительный объем и ощущение мягкости. Защитное покрытие Seal Pure защищает от бактерий. У нас в телемагазине сегодня отличное предложение. Звоните по номеру, который вы видите на экране, и закажите набор одеяла и подушек Dormeo Silver по цене всего 699 леев вместо изначальной 1697 леев. Набор подходит для всей семьи, в том числе и для детей, так как одеяло доступно в двух размерах – 140 на 205 сантиметров и 200 на 220 сантиметров. Одеяло Dormeo Silver обладает отличными терморегулирующими свойствами и очень приятно на ощупь. В качестве наполнителя используют микроволокна Well Sleep Advanced, которые по своим качествам не уступают гусиному пуху, но при этом выгодно отличаются от него гигиеничностью и не вызывают аллергию. Классическая подушка Dormeo Silver Plus обеспечит голове и шее необходимую поддержку в тех зонах, где вы нуждаетесь в этом больше всего. Эта модель подходит для всех положений во время сна – на боку, на спине и на животе. Она обладает отличными терморегулирующими свойствами и очень приятна на ощупь. Напомним, только в телемагазине вы купите одеяло и подушку Dormeo Silver по цене всего 699 леев. Вместо изначальной 1697 леев. Не упустите свой шанс, вам нужно всего лишь позвонить по номеру, который вы видите на экране. Ваш сон станет самым крепким и самым сладким. Сделайте всего один звонок. Очень-очень надеемся, что этим летом международный туризм станет возможным, а поездки на море окажутся вполне осуществимой мечтой. Но как правильно выбрать пляж, чтобы он был безопасным? Мы позаботились о вас и составили список самых безопасных пляжей Европы. При составлении рейтинга были использованы различные критерии, среди которых количество людей, размер пляжа и количество квадратных метров для каждого человека. Пляж Монолите, Привеза, Греция. На первом месте в нашем рейтинге пляж Монолите в греческом городе Привеза. Еще неизвестно, откроет ли эта страна въезд для молдавских туристов, но именно она – идеальное место отдыха в этом году. Она наименьше всего пострадала от COVID-19 в Европе. Случаев заражения в ней в 50 раз меньше, чем в любой другой стране. Пляж Монолите самый длинный на континенте. Он составляет 22 километра в длину и 80 метров в ширину. Прекрасное место для безопасного отдыха этим летом. Пляж Кампорта, Алентежу, Португалия. Португальский Алентежу – один из регионов Европы, который меньше всего пострадал от COVID-19. В этом смысле, как и Греция, Португалия – отличное решение для летнего отдыха в 2020 году. Пляж Кампорта находится всего в нескольких километрах от красивейшего города Лиссабона и никогда не бывает переполнен даже в июле и августе. До недавнего времени певица Мадонна каталась здесь каждое воскресное утро, наслаждаясь тишиной и отсутствием людей. Полуостров Хель, Польша. Наряду с Грецией и Португалией, Польша в числе стран, которые меньше всего пострадали от коронавируса. Случаев заболевания здесь в 20 раз меньше, чем в странах Западной Европы. Недалеко от города Гданьск есть полуостров Хель, до которого легко добраться на автомобиле. Хель – подлинное райское место. И хотя море здесь прохладно, можно взять на прокат велосипед и насладиться удивительными красотами природы. И в конце концов, представьте реакцию вашего начальника, когда на вопрос «Куда вы едете на море летом?» вы ответите «Польшу».
пляж бухты Ривьера, Мальта. Еще одно направление, которое удивит вас, это Мальта. Случаев заболевания COVID-19 здесь 55 раз меньше, чем в других европейских странах. Но в то же время это одно из самых красивых мест, которое однозначно стоит посетить. Бирюзовые воды теплого Средиземного моря убаюкивают вас своим шепотом и расскажут старинные легенды о моряках и сиренах. Мальта – отличное решение для безопасного отдыха этим летом. Остров Рюген, Германия. Как часто вы планируете съездить на море в Германию? 2020 дает все шансы разорвать туристический шаблон. Коронавирус затронул Германию в 10 раз меньше, чем другие европейские страны, а остров Рюген – идеальное место для любителей природных красот. Откройте для себя его песчаные и просторные пляжи, и вам наверняка захочется сюда вернуться и в более светлые времена. Итак, этот час, как всегда, пролетел очень быстро. Мы попытались вместить в него все самые интересные и важные темы этого дня. Но на этом, конечно же, пришло время прощаться. Ну, это будет недолго. Мы увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока.